Детские лагеря Алтайского края этим летом работать будут, но есть ряд ограничений. Во-первых, наполняемость 75%. Это максимальная загрузка лагеря. Во-вторых, изменена подача заявок. В этом году все намного проще в режиме онлайн. Родителям нужно зайти на сайт «Заявка 22». Несколько минут, и путевка забронирована. Лето в лагерях ждут как дети, так и их родители. Прошлый год нас, конечно, очень разочаровал. Ребенку было очень скучно, нечем было заняться, совсем неинтересно. И, конечно, в таком ожидании лета, ожидании лагеря, очень хочется все-таки, чтобы лето было позитивным. Таким лето будет уже не для всех. Жертвами пандемии в 2020-м стали 7 лагерей нашего края, сообщил региональный министр образования Максим Костенко. В этом сезоне они не откроются. Бюджет компании подорван. И привести в норму материально-техническую базу не на что. Но остальные 53 уже вовсю готовятся к предстоящему сезону с учетом новых правил. К примеру, кровати в корпусах будут расположены с учетом социальной дистанции. Все сотрудники на протяжении смены теперь не смогут покинуть лагерь, впрочем, как и дети. Разница между сменами будет не менее 2 дней для того, чтобы успеть обработать полностью санитарные нормы, все соблюсти. Обязательно ежедневная термометрия будет производиться, санпропускник должен работать на территории каждого из лагерей, ну и медицинское обслуживание круглосуточное. Что касается продолжительности смен, если речь идет про оздоровление, то продлятся они привычные 21 день. Если это лагерь отдыха и досуга, то короче, всего 14 дней. Старт кампании для санаторных организаций планируется 1 июня, загородных лагерей – 7. Все меры безопасности, как подготовительные, так и в момент уже нахождения ребятишек, будут соблюдены в полной мере. Это значит, что будут программы образовательные, воспитательные, развлекательные достаточного уровня, минимально достаточного, а где-то и выше. Сейчас один из самых часто задаваемых вопросов, говорят в лагерях, про дискотеку. Она будет на открытой уличной площадке. Перед всеми лагерями стоит интересная задача, каким образом вставить в 14 дней смены самые яркие, самые интересные мероприятия. Поэтому по мероприятиям в этом году, я думаю, будут все смены очень яркие и интересные. Потому что мероприятия будут большую часть проводиться на улице, на открытых помещениях. Если в закрытых помещениях общелагерных масштабных мероприятий, конечно, в этом году не будет. Остается практически месяц до запуска летней кампании. В майские праздники многие лагеря Алтайского края пройдут субботники и протравят клещей. Ко всем требованиям Роспотребнадзора они уже готовы. И после этого останется дождаться самого главного. Конечно же, это детей. И мы надеемся, что этим летом проведению летних лагерных смен ничего не помешает. Даже вот такая немного пасмурная погода. Дмитрий Дроздов, Николай Шилко. День с толком.